Романа, горгонзола, сулугуни, камамбер с тыквенными семечками, вялеными помидорами, чесноком из коровьего и козьего молока. Всего более 100 видов сыра привезли в Одинцово отечественные производители из разных уголков России – Подмосковья, Адыгея, Алтая, Тюмени, Тамбовской и Тульской областей. Свою продукцию представили 22 участника гастрономического фестиваля «Сырная гонка». Это 5-й подобный фестиваль в Московской области и 1-й в Одинцове. Жители округа уже успели его оценить. Детьми очень много развлечений занимаются, аниматоры, ну вроде бы да. Все продавцы компетентны, все рассказывают, все показывают. Есть визиточки у всех. Замечательно придумали, вкусный очень сыр, много производителей, все замечательно. Вкусные сыры мы не первый год пробуем на такой выставке, на таком мероприятии. Очень нравится, что такие мероприятия у нас в Одинцово проходят. Новые сыры очень приятно пробовать, новые ощущения, новые вкусы. Сырную гонку организовали по приглашению администрации Одинцовского округа. Оценить работу ярмарки, пообщаться с российскими фермерами и продегустировать их продукцию пришел и заместитель главы муниципалитета Павел Кондратский. Здесь дешевле? Среди участников фестиваля – лучшие производители. У многих награды за победу в фермерских конкурсах. При этом представлена не только молочная продукция. У нас есть вкусная рыба северная, у нас есть интересные мясные деликатесы от проекта «Итальянец в России». Это ребята Московской области, которые делают шикарные салями, великолепную копу. То есть итальянские классические деликатесы мясные тоже представлены. У нас представлена продукция мясная Адыгеи, это мясо очажного копчения, очень интересно. Не только сыры, мы готовы побаловать гурманов и любителей мяса, готовы побаловать любителей рыбы. Погода все 3 дня, что проходил фестиваль, была по-майски теплой. Организаторы сырной гонки позаботились о соблюдении всех правил санитарной безопасности. Каждая точка обеспечена холодильным оборудованием. Все, вся торговля происходит в соответствии с нормами, поэтому ветеринария проверила все наши поступления, поэтому можно абсолютно спокойно прийти, не бояться ничего. У нас все соответствует. Для гостей фестиваля была организована спортивно-развлекательная программа. Все желающие смогли принять участие в семейных эстафетах и других веселых состязаниях. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».